Приветики, мальчики! 17 марта на ПК и консолях выходит файтинг, драка, ВВЕ 2К23! Разработчики игры выпустили официальный трейлер прямо накануне выхода. Извольтесь, заценим данный трейлер. В2К. На свет появились новые чемпионы. 5-4-3-2-1+1. О, я собираюсь стать чемпионом. Поборись за это. Блин, это самый смешной трейлер. Забавно. Джон Сина. Время от времени мы вкладываем в это свою работу. Это тяжелая работа. Но кто-то же должен ее выполнять. Вот куда идет наша любовь. Сажаю тебя в первый ряд. Мы воины. Никогда не сдавайся. Только не это. Мы еще посмотрим. Куда девается любовь? Нельзя позволять им получать все удовольствия. Наша суета выводит нас на новый уровень. Это похоже на уровень вождя племени. Нет, чувак, это новый уровень. Я не блефую, братан. А теперь пришло время доказать, что мы еще сильнее, когда солнце погаснет. Бриллианты все еще сияют. Отпусти любовь. Позволь мне прояснить ситуацию. Ты можешь видеть Сину. Видишь, я вижу все. Это прикольный был забавный трейлер с Джоном Синой. В принципе, драки в видеоиграх — это круто. Да, но геймплейные вот эти вставки, кадры из игры мне не особо понравились, как-то слишком слабо. Ну, посмотрим, что в итоге получится. Игра выходит 17 марта уже. И кажется, судя по этому трейлеру, там будет достаточное количество самок женского полового пола. Это не может меня не радовать. Ожидаем с ВВЕ 2К23. Антивирус был. Подписка, лайк, комментарий, все дела. Пока-пока и бей меня в бока. Ух!